4 июля на Зеленом острове стартовал парусный поход в честь 200-летия Омской области. Экспедиция поддерживается губернатором региона Александром Бурковым. В путь двинулись 5 яхт – «Сибирь», «Жемчужина», «Стрелец», «Заря» и «Мечта». На борту всех судов юные, но хорошо подготовленные яхтсмены под руководством взрослых. Главная тема – это 200 лет Омской области. Это очень значимо для нас тоже, поэтому мы вышли с инициативой именно организовать такой поход от самой южной точки границы Омской области с Казахстаном до самой северной. Это Малая Бича, граница с Тюменской областью. Будут остановки у нас в 20 населенных пунктах. 4 встречи с населением мы проведем вот как раз на юге. Это завтра в Луговом. Потом в Черлаке, в Ольховке и в Нововаршавке. И потом уже на север области. Всего 12 районов охвачено, которые выходят на Иртыш. Главным событием первой части похода на юг нашей области станет недельный сбор в поселке Черлак, в ходе которого пройдет международный спортивный лагерь «Дружба» с участием детей из Казахстана. Будут организованы тренировочные занятия по хождению под парусами, а завершится сбор черлакской регатой и гонками новичков. Я серьезно готовился к этому походу. Перед ним было много соревнований, я в них старался, участвовал в каждом из них. Прокачивал свое мастерство. И сейчас я еду в Черлак, чтобы еще улучшить свои навыки в хождении на яхте. Второй этап похода начнется 12 июля. На север области двинутся 3 яхты и более профессиональные экипажи. Всего за время похода его участники пройдут более 2000 километров. В Омске их смены возвратятся 3 августа.